выходим на улицу. Вход в дворик. Двор, вот здесь пасутся олени. А, скульптура это. Вот летняя кухня. Можно здесь мангал сделать. Да, и вот бассейн, господин. И задний двор. Ну, в общем-то, и все. Вот наши окна. О, я вот здесь живу, это мой дом, заходите. Очень похоже на архитектуру нашего дома в Крыму. Вы купаться готовы? Да, мы взяли купальники. Молодцы. А вот сейчас, заходите, мне здесь нравится жить, это моя дача, это августовская. Классно. Проходите. Спасибо. Да. Доброе утро. Купаться. Все, потом любые вопросы, я готов ответить. Да, есть лекция была про вреде мяса для вегетарианства. Да. Согласна с вами. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас мне на камеру, чтобы я мог, что я не зря съездил в Узбекистан. Вот как вот, вам, вот мои беседы вообще? Да, я вообще полностью согласна. Что не надо мясо есть, да? Да, не надо. Потому что именно когда поешь мясо, человек именно себя чувствует отвратительно. Да. Вот эта вот тяжесть в организме, сон, как вы говорите, и агрессия. Ну вы поняли, от чего это происходит? Это же просто, это так просто. И интуитивном уровне, на клеточном, мы это все понимаем. Да, я полностью согласна. Спасибо, мне так приятно. Ну, честно, организму тяжело, да, ему тяжело перерабатывать, особенно наши печени бедные, да. И вот это вот, даже поешь, вот встать даже бывает, дышать тяжело. Я полностью согласна. Вас как зовут? Светлана. Светлана, вот еще один момент, который вас, наверное, беспокоит. Я вам сразу скажу, как только вы отказываетесь от кристового питания, 10 килограмм вы естественным путем убираете в течение месяца. Поверьте мне. Да, это надо. 10 килограмм вы убираете естественно. У вас уходит все лишнее, вот это, которое образуется. Это диеты все не слушают никого. Влады, которые наши подруга кушает, тоже все развод. Развод полный. Отказываетесь от мяса и замечаете это все растительной пищей. Все. Через месяц вы это мясо не будете хотеть даже. Хотеть. Вот для меня забавно. Ну, да, интуитивно, мне кажется, каждый человек это понимает. Конечно, конечно. И когда мы едим, у нас чувство даже вины есть какое-то определенное. Да, потому да. что мы взяли, что Бог создал такой организм, да. как бы совершенный, как мы. Пусть это баран будет, как это корова. А мы для своего удовлетворения берем, убиваем что-то. И это неправильно. Все. Путь вам. Путь. Давайте, подумайте. А что думает Ален по этому вопросу? Вот как сейчас. Ты насчет мяса, что ты думаешь вообще? Ален очень плохо говорит по-русски, Ален не понимает ничего. Вот когда речь о мясе, о женитьбе, он сразу плохо говорит по-русски. Или басхуд. Как вот вам вот мои беседы вообще? Да, я вообще полностью согласна с вами. Полностью. Что не надо мяса есть, да? Да, не надо. Потому что именно когда поешь мясо, человек именно себя чувствует отвратительно. И действительно, да. вот эта вот тяжесть в организме, сон, как вы говорите, и да. агрессия. Да. Ну вы поняли, от чего это да. происходит. Это да. же просто, это так просто. И да. интуитивном уровне, на клеточном, мы это все понимаем прекрасно. Да. Я полностью согласна. Спасибо, мне так приятно. Да. Хочу показать апартаменты, в которых мы живем. И немножко интриги. Вот ванная комнатка. Это у нас типа кладовка для вещей. Я футбольная команда. Вот Галенька здесь у нас. Это красится. Такой холод. На завтрак.
из массива, сделан гималайского бука. Ступени. Дому 30 лет. Так, аристократы кушают. Да? Наш номер. Мы идем на завтрак. Просто показать архитектуру Ташкента. И вот наш завтрак вот там. Версаль. И вот Ален у нас делает заплыв. Холодно, наверное. Холодно, да? Да. Давай. Получил? Давай тоже. Да, давай, ныряй. Такой, на хорватском языке. А, да, да, поручим своим. Я мешал все говоры. Английский, хорватский, русский. Окей, нас фокус вам не ловит. Так да, evo, порука одна всем моим хорватима. Ako dođete ovdje, svi misle da si potomak velikog Aleksandra Makedonskog i sva su ti vrata otvorena. Bićeš kao kralj. Ну, вот мы переместились в столицу Узбекистана. В Самарканде было круто. Но Узбекистан нас встретил вообще вот таким домом. Это всего лишь 30-летняя постройка. И мы уже привыкли к этому. Нам уже ниже уровень уже не интересует. Нам здесь нравится. Здесь отличный дружелюбный персонал, который нас угощает всякими яствами восточными. Самые вкусные арбузы в мире, которые существуют, мы ели сегодня. Просто вкуснее ничего не бывает. Очень здесь навевает такой истории. Построено очень качественно, лучшими мастерами, я понимаю, иранскими. Дерево привезено тоже откуда-то из дальних стран. Здесь очень все круто. Бассейн вообще просто изумительный. При такой жаре находиться в бассейне очень здорово. А сейчас мы поедем на обзорную экскурсию за $110 по всему Ташкенту. Все включено, и мы увидим вообще красоты Востока и столицы этого прекрасного государства. Давайте заново, давайте. Постучи. Да! Торо-торо-тон, торо-тон, торо-тон, торо-торо-тон, торо-тон, торо-тон. Двери открываем, всех приглашаем. Ну чё, как? Да вообще круто. Лестница вот эта из массива прикольная, хрустальная люстра. Это вот мой стиль. Вот твой, прям да? По-царски. Посмотри вот туда, вот там вот эта люстра, она мне больше всего нравится. Какая? Вот это. Вот эта люстра, да? Да. А знаешь, когда вечером горит классно? Ну я представляю, живые огни. Мы в Крыму примерно то же самое пытались воспроизвести, заказали из Китая вот такую огромную люстру, ага. Чуть поменьше, но ага. Примерно same. И вот этот зал королевский. Я видела лакеи еще на видео стояли. Ее лакеи, они стоят, они вот так вот, они держат это вот полотенце, это полотенце белое style. Такое. Вот да. Мне надо было сюда, мы что-то перепутали. Пойдем посмотрим, это мои возлюбленные. Да, давайте посмотрим, твои возлюбленные. Вот была ночь. Ночь была. Перфект. Это что? Да, да.
Расскажешь? Exactly. Заходите. Вот, это принцесса, принцесса царская, да, это восточная. Классно. Ну что, давайте начинать. А вот еще у нас, смотри, как где белье у нас хранится. Две лошади. У нас здесь белья, но здесь бальные, эти, эти. Гардероб. Мы здесь можем жить, мы можем жить в вашем гардеробе. Да. Гардероб лучше, чем наша комната. В гардеробе будете жить? Я в туалете могу, кстати. Вот. Нет, туалет один, поэтому нет, это общая комната. Я буду по тикетам пускать вас. Завтрак аристократа. Галь, тебе не скучно там? Одно это. Галин. Не скучно так завтракать тебе? Нет? Хорошо тебе? Вот такой завтрак у нас. Это Ташкент, детка. Вот так по утрам мы каждое утро завтракаем. Как дом аристократов, и мы себя такими себя чувствуем, наверное, мы в той жизни были аристократами. И вот очень замечательный завтрак, и скоро мы пойдем уже смотреть достопримечательности этого прекрасного города. Что обычное ташкентское утро?